Шведский музыкант Йоран Агдур и курский композитор Игорь Бесчастный выпустили первый альбом. Совместный проект назвали «Только любовь спасет нас». С музыкантами общалась Анна Шпакова. Над совместным проектом Йоран Агдур и Игорь Бесчастный работали один год. В альбом вошли 16 композиций в стиле авангард, симфорок, фьюжн и регги. Мы сейчас делаем музыку немножко другую. Это музыка синтезирована, это много экспериментов. Поэтому это для творческих людей, это очень личности, вот таких как мы, да, особенно профессиональные музыканты. Нам это интересно, потому что мы находим новые пути замыслов и новые пути воплощения. Альбом вышел в двух форматах – на CD-диске и виниловой пластинке. Среди композиций есть трек, посвященный защитникам Севастополя. Его написал Йоран Агдур для русского камерного оркестра. Когда русские победили нацистов, нацисты атаковали с Черного моря. Русские отбили этот выпад. Но и в тот же день, когда я приехал, они нашли те останки. Еще новые, русских людей. Эта история, ставшая историей России, должна быть рассказана европейским людям. Найти альбом музыкантов можно в интернете или приобрести на их концертах. Сегодня Игорь Бесчастный и Йоран Агдур работают над новым проектом. Каким он будет, пока не афишируют. Анна Шпакова, Андрей Петухов, Вести, Курск.